Свободы молодой человек лишился после того, как продал оперативникам, которые выступили в роли покупателей, две упаковки сильнодействующего препарата. По словам полицейских, подобные медикаменты используют в своей практике врачи-наркологи, и отпускаются они строго по рецептам. Две пачки. Угу. По 10 ампул каждый. По-быстренькому. Судя по всему, он знал о действиях данных лекарственных препаратов, которые применяются для лечения ломки, так называемой, при лечении наркозависимых, и продавал их таким же наркозависимым, как и он сам. Как признался оперативникам сам задержанный, часть своего нелегального товара он продавал, а часть употреблял сам, так как уже на протяжении 10 лет, как говорится, сидит на игле. Оборот подобных препаратов строго регламентирован законом, и на то есть весьма серьезные причины. Также ему были хорошо известны и побочные эффекты данных сильнодействующих лекарственных препаратов, которые могут привести человека к суицидальным наклонностям. Сейчас расследование этого дела завершено, и его передали в суд на рассмотрение.